Гербалайский порошок. У всех одна и та же формула. Это гелевая суспензия. Ученый Вася Придуркин взял, продал всем. Гербалайску с нормами продал. Санрайдеру продал. Амвею продал. Визиону. Таиши Нони купил. Алекс Марс купил. Это же он правильно. Первый фактор привлекательности. Что это такое ты пишешь? 1-0 пользу колхозчик. Второе. Усвояемость. 20%. 20%. 20%. Нормально. С этими 1-0, с этими 1-1. Вернее, с этими 2-0, с этими 2-1. У них одно очко. Поехали следующее. Доставка нужного количества минералов и витаминов, антиоксидантов. Доставляем? 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 Не доставляем. Почему? Потому что расщепляем кислотно-щелочной баланс, расщепляем. И доставляем. 3-2 с этими, 3-0 с этими. Поехали дальше. Правильное время приема. Где я буду носить это? Куда я это воткну? Ну, сколько можно таблетки с собой носить? Бутылку ноль я принесу куда-нибудь? В самолете я выпью Алекс Макс. 4-2 с этими. 4-0 с этими. Поехали дальше. Вкус очень важен. Гербалайф. Эти пошли на минус. У этого один сок. Этот пошел на плюс. А это что там у нас? А у них спрей. Сок. У них разные. Вкусно. У них есть вкусно. Смотри, эти уже ушли. 5-0. С некоторыми 5-0. Понимаешь? С некоторыми еще играемся. Поехали дальше. Защитный экран в вакууме, не проходит даже информация туда, может загнать информацию, знаешь? Ну, вода информативная. Значит, пример с разрезанным яблоком, когда разрезал, окисляется. Сухое. Вообще, непонятно где. Это что понятно где? Бутылка. Все, яд. Все. Проиграли. Поехали дальше. Простота приема продукта. Проиграл. Бутылку носить непросто. Этот еще держится. Поехали дальше. Но спрей. Просто-то просто, но сколько ты накапал, еще неизвестно. Это еще не совсем. Поехали. Способ приема. Хилатный форум, который быстро соединяется с аминокислотами. Проиграли все. Вот врач. Быстро поправить, если я чувствую. Не, ну хилатная форма, она у нас находится со структурированной водой. Вот и все. Но... Просто эти проиграли. Тоже хилатная форма, она просто не структурирована, без воды структурирована. Проиграли. У нас тоже хилатная форма. Но они что-то же сухая. А сухая она проиграла. Формирована. Нет. Она не, она с аминокислотами, она окислена сразу, все. Да. Дальше поехали. Комфорт и удобство. В чем? Я могу носить это. Носить это я не могу. Этот я еще поношу. Это? Носить можно. Носить может быть, но неудобно. Комфорт и удобно. Смотри слово комфорт. Она кушает. Я кушаю таблетки. Подходит рядом человек и говорит, он, наверное, больной. Уже дискомфорт, потому что он так подумал. Опять проиграли. Такие коробки носили. Дальше поехали. Ну, безопасность проезжаем, все безопасно. Иммунная открытость. Открыл. Похоже на пищу? Похоже на пищу. Не похоже на пищу.
Что? Похоже на пищу? Похоже. Эти двое вообще ушли в энмерное пространство уже. Вообще где-то в заднице полном. Я не знаю, как это давно. Что они еще бухать на рынке? Уже давно должны были похороны сыграть. Опа, поехали, живая молекула. Похороны всем. Дальше поехали. Спектр воздействия. Нони улетел. Потому что спектр воздействия на одной бутылке, извини меня, ничего не сделал. У них нормально. Эти остались, потому что у них есть спектр воздействия. По разным формулам там и так далее, и так далее. Дальше поехали. Сертификаты халал кошерности, суперкошерности, антидопинговый и так далее. Часть из них проиграла. Почему? У этих-то может быть есть. У некоторых есть, у некоторых нет. Если взять суммарно то, что я сказал, смотри, на плюс-минусе многие играют. Кто-то играл на минус-минус-минус-минус плюс, минус-минус-минус плюс. Содержание вредных веществ. Все, да. Так, ребята, вы готовы после этого выйти на рынок? Welcome! Добро пожаловать в реальный мир. Самый момент. Тренинг. Самый лучший тренинг после тренинга. Содержание вредного чего? Нет, предельная допустимая доза вредных веществ. Свинец. На сайте там мы откопали, что там какой-то продукт входит, ну, какое-то количество. Есть специальный сайт, на котором есть регистрация всех продуктов. Роспотребнадзор. Роспотребнадзор. Заходишь. Берешь одинаковую формулу Sagil, начинаешь сравнивать, у них больше примесей от 10 до 100 раз больше примесей, чем вы. Все. Дело в том, что сырье, которое делается, наше чище. Ну и технологии все равно. Вон он как разговаривает с этими дистрибьюторами. Смотри, я беру один аспект, который является важным в этой индустрии. Вокруг чего крутится вообще любая компания. Это продукт. Вы проиграли уже несколько раз. Если бы мы играли вот сейчас с вами в футбол, я бы сейчас вас просто порвал, как Тузи Грил. Понимаешь? Почему? На многих позициях вы просто проиграли. Просто проиграли. И как с ними общаться? Я говорю, давайте в реале смотреть. Жизнь в реале. Акваминерали. Как делается акваминера? Расщепляется вода, снимается грязь, соединяется вода. Это живая вода? Это мертвая вода. Большая часть из них идет через расщепление. Они не делают структуры. Мертвый продукт. Ну, сок нони еще. Хоть и криво, хоть и жесткое, хоть и что-то. И так далее. Ну, сок нони, ты горячее, холодное его. Прессование, криво вакуумное, нанотехнологии, все это расчищение. Через сколько дней он на молекулярном уровне окисляться? Ну, вообще окисляться по-хорошему должен уже на второй-третий день. Какой второй-третий? 12 часов достаточно.